Я прочитала статью, что Гордеев гордится нашими ТОСами в Воронежской области, что они лучше всех у нас. Вот, деньги выделяются, но я очень сомневаюсь, так как я являюсь сама председателем ТОС номер 69 Ленинского района. Вспоминаю, как мы слили с Баскаковой, подошли, когда Гордеев гулял по скверику сзади администрации области, мы подошли к нему, чтобы обратил внимание на объект культурного наследия, который расположен рядом с администрацией по улице Платонова, 9-11, усадьба Стрижинских, на то, что он вроде нам пообещал. И в то же время, через некоторое время, мы узнаем, что во дворе данной усадьбы собираются и выдали разрешение на строительство 20-этажного дома. Также выдано разрешение, это разрешение еще распространялось на земельный участок, который находился в границах нашего ТОСа. Смежные участки, которые находятся в нашем ТОСе, они межуются со строящим уже построенным 20-этажным домом. Это было что-то с чем-то. Так как все 5 лет проходили машины, большегрузные машины со строительным материалом, все 5 лет проходили мимо наших домов, по нашей дороге. Дороги все испортились, колодцы все провалились, никто ничего, даже рукой, уже 1,5 года, как завели в эксплуатацию дом, дороги ничего не отремонтировали, как колодцы проваленные были, так они остались. Я обращалась и в администрацию области, как председателя ТОСа, также обращалась с подписями жителей. Никто на нас не обращал внимания. Ни в администрации области, ни в администрации города. Просто я считаю, что халатно относились к этому, что просто для чего тогда создается ТОС. Также я хочу обратить внимание на то, что у нас в центре города от дома номер 2 до дома номер 26 по почетной стороне отсутствует дорога. Мы ездим по грунтовой дороге. И какие тут деньги, куда они выделяются, только непонятно. Грунтовая дорога, мы живем в 2021 году, и у нас грунтовые дороги в центре города. Вот я хочу понять, куда деваются деньги. Также я хочу сказать, вообще-то для чего это делалось заявление? На основании, для рекламы непонятно. У нас даже отсутствуют тротуары по улице Свободы. Мы ходим по дороге, где ходят по проезжей части, где ходит транспорт, и мы ходим по дороге. Я несколько раз обращала внимание, просила, чтобы нам установили тротуары, по которым безопасно можно было ходить, но у нас нету ни тротуаров, ничего. Мы ходим по проезжей части, где ходят машины. И также дети бегают.